ТВ Михайлович, говорим о погоде на 27 марта. Сейчас очень актуально. Здоровье вам. А здоровье у нас в нашей голове. По республике под влиянием теплого фронта местами пройдут небольшой снег. Днем по северным Прибайкалью умеренный снег, ветер западный 4-9, местами до 15 метров в секунду. На дорогах местами снежные накаты, гололедица. Будьте осторожны. Температура воздуха северные районы ночью 18-23, северо-восток до 28, днем минус 2, минус 7. Одно радует, что весна, и это пройдет. Центральные районы ночью минус 9, 14, днем плюс 1, плюс 6. В южных районах ночью минус 8, 13, по юго-западу до минус 20, днем плюс 2, плюс 8. Какой перепад, какое надо иметь здоровье. Наша любимая столица, слабый снег, ветер западный 7-12 метров в секунду, температура ночью минус 9, минус 11. Мороза днем плюс 2, плюс 4. Атмосферное давление будет падать до 719 миллиметров ртутного столба. Там, где недостает ума, недостает всего. Мало иметь хороший ум, главное хорошо его применять. На то и ум, чтобы достичь того, чего хочешь. Живите с умом, а ТВ Михайлович искренне.